Мы там в условиях этой гостиной на рояле, который я к нему отношусь с благоговением. Я боюсь на нем слишком сложные и громкие вещи разыгрывать. Дай бог такую редкость и ценность как-то повредить. Да, вы играли тогда моменты лирика Чайковского, а Горвиц наигрывал вам Рахманинова, о котором вы тоже сегодня так часто упоминаете. А что вы хотите, чтобы я играл? Рахманинова? Рахманинова.